Сдавать на права на механике или автомате. Теперь ученики автошкол будут выбирать, на машине с какой коробкой передач сдавать экзамен. Соответствующие поправки в федеральный закон о разграничениях вступят в силу с 5 ноября этого года. Машина на механике и на автомате требуют разных навыков вождения. Сейчас желающие получить права сдают экзамен на автомобилях с более сложной в управлении коробкой передач – механической. Теперь же государство дает возможность официально научиться пользоваться и автоматической. Отметим, сдавшим экзамен до 5 ноября не нужно будет его пересдавать для подтверждения права пользования автоматом. С этого же дня будет запрещено сдавать экзамены тем, кто до этого прошел самоподготовку.